Личная жизнь у телеведущей Ольги Бузовой в последнее время не складывается. В начале этого года девушка рассталась с блогером Давидом Манукяном. С тех пор найти надежное крыло у Оли так и не получилось. Но это не мешает ей готовиться к материнству. В интервью девушка рассказала, как 10 лет назад все распланировала. Ольга Бузова уверена, что ее мечта забеременеть когда-нибудь исполнится. «Я ни разу в жизни не была беременна. Я этого еще не испытывала никогда. Представляете, сколько всего мне предстоит», – заявила певица. Ольга уверена, что в будущем у нее родится девочка. Теледива даже придумала имя дочери. «Я хочу детей, но всему свое время. Назову свою дочку Маша. Я это решила еще в 25 лет. Очень хочу дочку. Буду справедливой. Также я мечтаю о сыночке», – призналась Ольга. Теледива даже рассказала тактику, которая будет придерживаться во время воспитания детей. Ольга хочет, чтобы ее мужчина взял ответственность за воспитание дочери, а она – за сына.